Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры куколок Лол. К зимним праздникам Лол Surprise снова выпустила серию Winter Chill в капсулах Confetti Reveal. Название серии переводится как «Зимний холод». В прошлом году под названием этой серии выходили куколки Лол OMG. Внутри каждой капсулы 15 сюрпризов. И внутри нас ждут уже полюбившиеся куколки. Я заказывала эту серию ради куколки с обложки, которая была выпущена в домике «Зимнее шале». Такая куколка у меня есть с AliExpress, но, увы, без одежды. И поэтому я очень и очень хочу ее найти в одной из капсул. На молнии этой капсулы нарисована снежинка. Тянем, чтобы снять первый слой. Под ним сразу попадаются наклеечки с изображением елки, хлопушки, коробки с подарком и снежинки. На втором слое нарисована куколка Лол, которая мечтает о праздничном платье. Под следующим слоем выпала инструкция. Для тех, кто не читает инструкцию, дополнительно вклеили инструкцию по открытию капсулы. Верх и низ капсулы у меня золотой. Сама капсула посерединке розовая с прозрачными розовыми створками. Внутри видны розовые и голубые пакетики. Наверху капсулы две кнопочки. Нажимаем. Ой, просто выстрелил голубой сверток, в котором у меня сюрпризы. Розовые сапожки, очень миленькие, маленькие розовые варежки. Очки в белой оправе. Нажимаем на кнопку, чтобы открыть еще один отсек. Свертки просто молниеносно выскакивают. Обычная кружечка. Я эти отсеки закрою. Переверну капсулу. С этой стороны еще одна кнопка. Кнопочка, немножко конфетти и сверток. В нем очень знакомый костюм куколки. Это голубое пальто с черными пуговицами, черным поясом и черным воротничком. Конфетти же тут было немножко, они разноцветные и разной формы. Тут есть еще одна молния, но чтобы правильно открылась капсула, молния должна оказаться у вас внизу. Дергаем. Все у меня высыпалось. Створки открылись. Разворачиваем вкладыш серии. 9 куколок в этой серии Winter Chill Confetti Reveal. Куколку, которую я очень хочу, зовут Ice BB, и она ультра редкая. Куколки, которые вошли тоже в эту серию и являются редкими, это Crystal Queen и Sugar Queen. Оставшиеся 6 куколок это Snow Angel, Posh, Big City BB, которая меняет свой цвет. Она-то, судя по костюму, мне и попалась. Куколка Cozy Babe, Midnight и Dollface. С обратной стороны рисунок всех куколок вместе. Тут снова разноцветные конфетти. Понятно, почему эта серия называется Confetti Reveal. Вот и коробочка, которую нужно собирать. Это куколка с новогодним подарком под елку. Получилась голубая коробочка с бантиком. Подсказку этой куколки чашка и часы. Время какао. В капсуле есть пластмассовая розовая ручка. Чтобы закрыть капсулу, нужно надавить на это место, обратно задвинуть его и закрыть створки. Ручку вставить в эти углубления. И она превращается в маленькую сумочку. Оказывается, тут есть еще бирка. Написано циферка 2 и сердечко. Интересно, что это значит. Еще два больших голубых свертка. Голубая шапочка с ушками и клетчатая черно-белая сумочка. Последний сюрприз. Это сумочка в виде духов или духи номер 1 Big City BB. Телефончик, на котором куколка заказывает себе помаду Lol Surprise. И еще одна полупрозрачная розовая сумочка. В этом розовом пакетике наша куколка. Открываем. Пам-парам. Куколка очень симпатичная. Она темнокожая, с розовыми волосами, которые собраны в два пучка. На куколке белая кофточка с белым и голубым рукавом. Колготки на ней клетчатые. На одной ноге он розовый, а на другой голубоватый. Куколка меняет свой цвет в холодной воде. Она становится очень яркой. Половинка головы окрашивается в ярко-розовый, половинка в голубой. Точно так же рукава и колготки становятся очень яркими. Но цвета так же быстро исчезают, как только прекращается воздействие холодной воды. Big City BB у меня уже есть из предыдущих перевыпусков капсул серии конфетти Under Wraps. И это очень странно, что ее перевыпускают снова и снова. Конечно, у нее не было такого количества аксессуаров и варежек. Мне кажется, я поняла мысль. Куколка на бирке может написать, кому она дарит подарок, и вложить в подарок один из своих аксессуаров. Попадешься ли ты мне во второй капсуле? Тянем за молнию. Тут капсула ярко-розовая. Точно такой же листик с наклейками.
Не похоже, что эта капсула будет золотой с редкой куколкой. Открываем первый отсек. В этом свертке должен находиться костюм куколки. Это розовая пальтишка, которая надета на черное платье. Розовая бутылочка, розовые очки в белой оправе, черные конечки, черные варежечки и украшения на шею. Тянем молнию. Ой! Но все высыпалось. Точно такая же подсказка, а значит, куколки у нас из одного клуба. Коробка для подарка у нее розовая и точно такая же бирка для поздравления. Среди ее сюрпризов черная сумочка с белым бантом. На своем планшете куколка читает новости LOL и в ручках держит круассан. В заголовке статьи ее имя Пош. А статья называется «Стиль от Пош». Черная беретка. Вот и все сюрпризы. Осталось открыть куколку. У куколки синие глаза, коричневые волосы уложены волной на одну сторону, а с другой стороны они выбриты. На ножках белые колготки. Куколка Пош, так же как и Big City BB, из одного клуба Chill Out Club. Судя по значку, куколка умеет только плакать. Такой куколки еще нет в моей коллекции. Мне кажется, что эта куколка одета в стиле парижских модниц. И моя последняя, третья капсула. Капсула снова розовая. Снова наклеечки. Сюрпризы. Вы наверняка удивитесь, но здесь такая же куколка, которая мне попалась первой. Это розовые ботиночки, это розовые варежки и ее очки. Еще один сверток – это бутылочка. А значит, я не буду ее открывать. Для коллекционеров я написала вес капсул на вкладыше. Куколка Пош весила 399,5 грамм, почти 400 грамм. Куколка Big City BB 394,393 грамм. Больше капсул у меня нет, а как вы знаете, на моем канале повторных куколок я разыгрываю. И значит, капсулу с моей повторной куколкой получит победитель, тот, кто выполнит три условия. Он должен быть подписан на мой канал, поставить лайк к этому видео, а в комментариях напишите мне о своей любимой куколке LOL, почему она вам нравится и во что она одета. Среди тех, кто выполнил задание, я разыграю эту куколку с помощью рандомной системы. Через 2 недели сообщу вам результаты через Инстаграм и сообщество. Желаю вам удачи в коллекционировании. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!